Здравствуйте, дорогие друзья! На обзоре у нас монетка 1 цен 2003 года островов Кука. Монета выполнена из алюминия. Диаметр ее 21,9 мм. Вес 1,44 грамма. Гурт гладкий. Соотношение сторон медальные. Художник монеты Иоанн Ранг Брэдли. На монете изображена обезьяна, шимпанзе, семейство гоминид, отряд приматов. Шимпанзе имеются двух видов. Обыкновенный, как здесь, и карликовый. Довольно-таки крупные обезьяны. Может быть, достигать рост 150 сантиметров и больше. Вес до 70 килограммов. Ну, это самцы, самки меньше. В отличие от других обезьян, которые опираются на ладонь, они опираются на верхнюю часть пальцев. Ночуют ночью на деревьях высоко, чтобы никто их не мог потревожить. Живут семьями 10-12 особей с доминирующим самцом. Сообща воспитывают детеныши. Таковые вот животные. Самыми считаются умными шимпанзе. Сообразительными, что ли. Но мозг от 25 до 20 сантиметров. Это объем мозга. Ну, 25-27% от мозга человека. Легко поддаются дрессировке, ну и обучению. Могут использовать орудия труда, палки там для добычи пищи. С обратной стороны мы видим портрет Елизаветы II. Надпись Елизавета II, острова Кука. И дату 2003 год. Всего вам доброго, друзья, и удачи!